Всем доброе утро. Сейчас мы идем в садик, в школу. Вот решила быстро сделать завтрак. Это яйцо вот так вот взбиваешь, добавляешь соль, молочка, обмакиваешь хлебушек и жарить на сковородке. И очень быстро завтрак готов. Вот так вот обмакиваю хлебушек и выкладываю. Хлебушек у нас домашний, вкусный. Только она. Всем привет! Отправила я детей в школу, малую в садик отвела. Что-то она у меня совсем не хочет ходить в садик, не знаю, что с ней случилось. До этого прям она прям хорошо ходила. И немного о погоде. У нас вот такая вот красота. Вчера начался и вот до сих пор идет. Уже, наверное, сантиметров, ну, 10 есть. Вот так вот. Сейчас выйду в огород, покажу, какая там красота. Вот такая вот у нас красота. Ветер у нас ужасный. Так вот. Красиво. Ой, очень холодно. Сейчас пойду в дом. Буду наводить порядки. Сколько их не наводи, все равно каждое утро приходится проделывать все одно и то же. Так, что у меня сегодня в планах? Я хочу разобрать вот эту вот полочку в шифонере. Ой, здесь чего только нету. Здесь документы должны быть. Ну и все, в принципе, сейчас буду все вытаскивать, разбирать, лишнее выкидывать. Вот это вот у меня светодиодная лента. Но у меня сгорел штекер, который в розетку включается. Ну все, и теперь она лежит. Приступим. Вот здесь в этой папке я складываю все квитанции за газ, за свет. Так вот, хочу показать, как я скрепляю платежки за газ, свет, за воду вот такими вот прищепками. Это очень удобно и ничего не теряется. Вот это вот у меня за воду. Вот так вот, и убираю их отдельно в папочку. Так делаю каждый месяц. Ну, по крайней мере, стараюсь делать. Ну вот, вот так вот я убралась.
сложила все документы. Ну все. На сегодня здесь порядочек. Больно! Очень больно! 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 Не больно! Потягушечки! Эти потягушечки превращаются в очень злую игру. Смотри, какие потягушечки. Они прям такая прям сплюшнуть ее. Хочется ее прям расплюшнуть. Да? Да? Вот такой. Опа. Злодей пришел к маме. А залезть-то не может? Да попку поднимай. Что ты? Да оставь ты ее в покое. Она стоит. Чё, моя девочка? А теперь она меня грызет. Знаешь, как кошка. Она выглядит как кошка. Ты кошка? Принцесса. Поворачивайся к зрителям задом. Давай. Да что ты ее прям за лап? Принцесса. Ну, давай. И какой пупсик. Смотрит, типа, что это? Кто? Она будет стопудово грызть. Почему? Это вещи, как ее бабка. Бабка. Давай. Возьми, я сфотографирую. Ну, дальше. Настя. Она целует зрителей. Поцелуй. А как правильно фоткаться с собакой? Чтоб она сюда смотрела. Принцесса? Ай, не кусается. Это нормально. Смотри. Принцесса? Принцесса. Стой, подожди. О, смотри, мочка какая. Че? Такая, как будто взрослая. Кусь. Да. Опа, уши подняла. Все, идите отсюда. Нет, только посиди. Вот, замри так. Так, вот и прошел почти весь день. Сейчас уже время 4:30. Иду за ребенком в садик. Что-то я сегодня пробездельничала весь день. Ничего не делала. Хотела гусей рубить. Но так как я их боюсь. После того, когда они начали шипеть на меня, до этого рубила сама, теперь я их боюсь. Вот. А зарубить их некому. Вот так вот. И пробездельничала сегодня, ничего не делала. Вот в шкафу убралась и все. Сейчас пойду с садика ребенка заберу. И думаю... Надо чем-нибудь заняться. Хочу сделать поделку. Нам в садик надо сделать поделку из соленого теста. Вот. Рецепт нашла в интернете, как делать тесто. Но не знаю еще, как это будет выглядеть. Так, еще мне надо сготовить покушать. Сейчас поставила в микроволновку размораживаться. Гусиные ножки. Ну, вот эти вот окорочка их. Не знаю еще, что буду готовить. Может, с картошкой потушу. Может, сделаю толченую картошку. А эти ножки потушу. Вот. Так вот у нас выходишь с улицы, а там железная дорога.
хорошо на улице. Не холодно. Купила я себе вот такие вот кроссовки. Такие вот. Не знаю, утону я в них, нет. Смотря какая зима будет. Вроде теплые. Не люблю я эти сапоги длинные. А на каблуке вообще ничего не ношу. Вот так вот. А еще я не ношу шапки. Не знаю. Холодно. Но я их не люблю. Здесь у нас школа. А там дальше садик. Совсем рядом. Капец. Ну все, забрала я ребенка с садика. Скажи привет. Привет. Пойдем. Что, скользко? Нет. Ну конечно, ты по снегу идешь. А здесь на дороге скользко. А, вот он, извини, на болоте. Ну да. С другой стороны надо было залазить. Ты сейчас всю куртку испачкаешь. Ну давай, давай. Покоритель вершин. Снег только выпал, а ты хочешь уже с горок кататься. Ну да, хочу уже кататься. Пойдем. Теперь вся спина, наверное, грязная, да? Ну-ка, стой. Ну что, рассказывай, как ты себя в садике вела сегодня? Ну, повернись сюда. А чё? 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 Кто сегодня плохо себя вел с утра? А? Угу. Чё, завтра в садик идем? Нет. Опять нет? Нет. Почему? Расскажи, почему ты не хочешь идти в садик? Я хочу спать. Ты спать не хочешь? Да, я себе не пообещала, то если ты меня завтра в обед забьешь, я дома посплю. Так ты же не будешь спать. Буду. Вот так вот, видите, только обещание. В садике я ее забирать не буду. Пусть привыкает. Так один раз заберешь в обед, и все, и она потом будет истерить. А истерики эти все у нас пошли из-за того, что мы ездили, когда забыла чистку. Я ее забирала до обеда, ну, пообедает она. И потом я ее забирала. И все, и после этого она не хочет там спать. Так вот, я слазила сейчас в погреб. Достала яблочек. Вот такие вот огурчики. Я делала их. У меня рецепт есть на канале. Я оставлю ссылочку в описании. Так, вот это у меня баклажанная икра. А вот не помню я, снимала я ее на канал, нет? Ну, смотрю, если что, оставлю в описании. И вот такая вот маринованная морковка. Так, сейчас я вот готовлю, тушу гусиные ножки. Здесь я варю собакам. Сейчас добавлю кашу и все. Ну, уличной собаки. Видите, сколько жира. Это шкурки, всякие косточки от гусей.
Зима, надо собаку кормить пожирнее. Так, сейчас начищу картошки, сделаю пюрешку. Девчонки, хочу сейчас вам показать. Смотрите, какой блокнот я взяла в Фикс Прайсе. Это для рисования. Блин, он мне так понравился. Здесь можно рисовать пошагово рисунки именно животных. Вот видите, как вот начинать. И потом получается вот животное, попугайчик. Я уже сейчас попробовала. Вот кошечка. Здесь змея. Собачка. И я попробовала вот так вот нарисовать черепашку. Смотрите, какая классная получилась. Это очень успокаивает. И когда дети не мешают, можно сесть порисовать. Ну, также и детям можно научиться рисовать животных. Здесь их очень много. Вот здесь. Кто это? Шиншилла. Панда. Крокодил. В общем, смотрите, вот такой вот блокнот. В Фикс Прайсе были еще растения, ну, цветы, и еще, кажется, какие-то памятники там, достопримечательности, но я вот выбрала именно вот такой. И мне очень понравилось, рекомендую. А теперь мы ложимся спать. И всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Пока-пока. Вот иду я на кухню и смотрите, какая здесь сволочь лежит. Кошак, ты оборзел? Даже... Ну-ка слази со стола. Вот так вот он любит спать у нас. Только он туда не ложится, он здесь любит спать. А вот я не удержалась, начала еще рисовать, и вот такой вот зайчик у меня получился. Похож? А у меня снежинка. Настя делает снежинки. Только они не красивые. Потому что надо не из такой бумаги. А из какой? Из тоненькой. Из салфеток. Салфетка. Видите, какой срач у Насти на столе? Вот так вот каждый день. Нельзя, смотри. Я все покажу моим зрителям. По идее, мы уже спать ложимся, да? Нет. Все, я песню включаю. А, тебя заблокируют. Все, всем пока-пока.